Жизнь несется, как волна, и швыряет нас она вверх и вниз. Все на свете может быть, только как же не любить эту жизнь? И уже не меркнет свет, и уже печали нет, нет обид. Впрочем, что мы тратим пыл, где ты видел, чтобы ныл одессит? Оператор. И все-таки Одесса, Одесса и остается. И нет такого места, где есть такое солнце, где есть такое море, а в море парус белый. И если б не было в Одессе, что б я делал? Короче, Александр Васильевич, как там? Акция «Передай рога дальше» работает. Спасибо огромное. Друзья, всем привет, с вами Витя Скрипов. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Оператор, ты что замерзла? Засмотрелась всем... на то, какой ты красивый, понимаешь? Да ты надоела уже со своей этой красотой, елки-палки. Ну, оделся, что ты как-то не акцентируй на этом внимание. Короче, рога приехали прямо оттуда, откуда надо. Ага, как это, скажи мне. Благородные? Благородного оленя. Несем, короче, до Сереги, будем менять на нож. До Сереги. А? Пошли. А еще знаешь, что, короче, есть секрет? Если дядя Коля будет на базе, самый известный человек на привозе, которого никто никогда не видел. Ага. Пойдем в гости зайдем. Короче, сегодня вряд ли будет обзор по ценам. Ну, может, что-то таки купим. Но я хочу попасть к дяде Коле. Дядя Коля, его все знают здесь на привозе, ты понимаешь? Один, мастер на все руки. Тем более, он нам подарок передал. По-любому зайдем. Рога? Не, рога уже Сереге обещали. Эй, Миланя, ты готова? Это не папины, не переживай. Ты моя дочка. Привет. Скажи, друзьяки, всем привет. Она еще спит, только проснулась. Оп, кабриолет. Здрасте, здоровенькие были. Гай, гуй, поехали. Слышь, я... Может, спрятать? Да не неси, ничего. Чтобы другое не подумали. Главное, что ты уже их снял. Не, многие думают, что от Марата, ну... Ребята, ваше здоровье. Сы, ты хотела перец купить целый мешок? Потом купим, а? Ну, виноград. Да. Здрасте. Ох, ты затарился, елки-палки. По полной программе. Слышишь? Что? Не, я уберу. Вот это правильно, что все... я рога эти в руках несу. Я когда вот это все вижу, мне сразу же все это хочется. Что, количество? Вот прям все. И яблоки хочу, и. Елки-палки, а пахнет как прямо как сзади школы. Здрасте. Ох, у меня так пахло раньше сзади школы, слышишь? Не помидорами. Хотя потом помидоры возили. В келье, прямо сзади школы. Яблоки возили вот этими вот прицепами открытыми, а мы прыгали на перемене. Да. Криничному привет. Кринично, все, огромный привет. Помидоры оттуда? Ты шо, Катюня? Потрогай на удачу, чтоб доллары водились, а? Зелень. Главное, чтобы не плесень. Идем, чтобы дядя Коля не ушел. Я же тебе сказал, сегодня просто так, короче, тем более не были давно на привозе. Хотя, может, зайдем, сегодня поздороваемся? Не, ребята, мы там, короче, я прочитал комментарии, что надо ехать срочно на привоз. Ой, на привоз. На стройку. Да какая стройка? Куда? На барахолку, паранджу тебе купить. А, паранджу. А то многие тебя в зеркало увидели, да не полностью. Вот она, живем. Да, я вас умоляю, что все нормально. Я вам тоже с ребенком шел. Ага. И что она? Я думаю, вот смеющаяся дама, наконец-то мы ее увидели. Вот как люди говорят. Так вот же она же не стесняется. Но в этом и есть интерес встретить ее на привозе или прийти к нам на карася. Да. Прямо еще та прелесть. Ага, рога мне подарила сегодня. Да. Ищу, кому можно на привозе надо, там, не знаете кому, могу. Хорошо. Пойдем Сереге передадим. Катя. Спасибо. Хорошего спасибо. Дня. Спасибо. До свиданечка. Опа-на. Миланька. Ох, и пахнет чебуреками. Это что, у тебя духи новые? А? Сереж, ты уже как только меня в какой красе не представил. И лошадью. Ну так это же аппетитно. И нет, овсоедом. Это, и... Да, слушай, это ты сама так про себя пахнет. Думаешь. Что еще? Как ты со мной, бедный, живешь? Наверное, мучаешься? Слушай, у нас какое-то раздвоение диалога, елки-палки. Я и комплименты говорю, что ты вызываешь аппетит, понимаешь? Что ты аппетитная. А ты про себя дурное несешь. Наоборот. Успокойся уже, елки. Вон, посмотри, в зеркало думайся. А вот они. А, так вот от кого пахнет, елки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй. Купить тебе? С капустой, тебе? Сосиска, с картошкой. А? Ты компанию составишь мне? То я бы съел. Это нет, Сережа. О, смотри, кто там? А Вик, что ты там делаешь? Здоровенькие были, конечно же, только проснулась. Доброго ранку, Марат.
А он ничего не готовит, поэтому так что теперь людям шалом уже говорить не надо? А, всем шалом. О, забыл, елки-палки. Он не готов к съемке. О, тихо, Славик, иди. Где дядя Коля, ты знаешь? Блин, выходной сегодня. Дядя Коля? Серьезно? Да. Славик, привет. Здорово. Эх ты, родной. Ой, тихо. Чтоб микрофон не треснул, а то люди не услышат, что я буду говорить. Дядя Коля сегодня выходной? И завтра тоже. И завтра тоже? Ребят, оставим дядю Колю на закуску другим разом. Ох ты, что, там Дима стоит, да? Да, Димка. Топоры, ножи, мачете. А где ты говорил, у него этот топор? А ну-ка, идем, две секундочки. Что, как дела? Пойдет. Слава Богу, порядочек. Ой, здрасте. Дима, здрасте. Вот это да, ёшкин кот, салют. Здрасте. Вот это? Звон. Ну колокол. Да ты шо? Рында, ёшкин кот. А ну-ка дай. Вильна касса. Ё-моё, оригинал. Произведение. Вот такой для мяса, да? Мы как такой топор заимеем, сразу, короче, купим целого кого-нибудь. Верблюда. Страуса. И страуса. Да что угодно. Вам же Давид сказал, что он приедет со страусом. Не, на самом деле вот таких размеров редкость. Может, там валяется у кого в сарае ненужный? Пусть старый, мы его приведем в порядок, а? Может, там он инстаграм всякие пожарные. Колокольчик, да. У нас же там, у нас же такой же Дима, только там на Южном, короче. И точно так же он их ремонтирует и на них потом играет. Но они, конечно, звонкие, просто класс. Ну, это шедевр. Так. Ручку, колокольчик. И ручка хорошая, да. И ножи зашибись, все. Дядя Коля сегодня не нужен, будем ножи рассматривать. Точно, слышишь? Смотри, какие. Понедельник будет? Рыбка поехала. Да мы случимся. О, кто столобик свежий. А ну-ка, дядя Дима выкати. Марат, как у тебя чехол? Немножко другой. Ты это шо? Эксклюзив? Это деба называется нож. Ага, а ну-ка. Так, ты же видел, что мы такой нож имеем твоей работы, елки ты палки, а? Так ты шо? Односторонний. Односторонний. Шо, Катюня, глючит? Глючит, да. Фильмоскоп? Да, это прелесть. Просто односторонний, у него ямка идет, видишь? Ага. Ямка внутри. Так ты шо, елки ты палки. Надо хорошее разрешение, видно, ямка. Нет, это надо иметь... Даже не знаю, что, но оно точно есть. Оно же зеркало, елки-палки. Что? Ну так нормально, там же ж... Да не, ну мало. Там же ж не просто так. Ох. Он, кстати, очень редкий усадьбы. Очень редкий? А в чем его этот? Старый дедушка принес. Это Инбат, Англия. А, вообще английские? Я понял, вижу. Да. Она как прямая, так и спиральная. Сюда работает, и сюда. Да ты что, елки-палки. Ага. И что, почем или у тебя полностью это комплектом идет? А это поштучно? Ты что, как там? Не у каждого человека с деньгами хватит денег на такой набор, обалдеть. Настоящий Сантоку. Сантоку. Да ты что? А, ребята, в Японии таких мастеров нема, вот это да. Эй, да хватит, ты что, прямо, куда-то филармония какая-то, а ну. Хрусталь. Ты что, этим сантоку еще для императора, точнее, это на кире готовили. Если вам нужна Япония, у меня есть японский нож, хочу, чтобы попал хороший нож. А, ты еще просто так его никому и не отдашь? Ёлки ты палки. Повар 12 дней. Дамаскова. Легкий как перышко, многослойный. Настоящий по-русски. Обалдеть. И шо, почем примерно хочешь? $400. Понял, аккуратненько все. Кому надо, услышали. Ёшкин ты кот. Ага. А, все правильно. И здесь замочек. Все, я понял. Хлобысь? Аккуратненько попал себе, на пояс кинул, и ты настоящий самурай, да? Обалдеть, ты что, один в Одессе такой? Вот это вот сюда. Нехорошо пошукать-то можно найти. Ага, я понял.
Ребята, хорошие повара, отзовитесь. Так, что, погнали, закинем рога. Спасибо огромное за экскурсию. Спасибо. Давай, будь здоровчик. Ты что, ты что? Ты что, а тут процесс идет? Хотя она не нормально одета. Ветер, видишь, какой. Это великолепно. Вот. Сегодня штормовое. Нормально, нормально. Стонет волна штормовая, о, не дали маня. Что он продает? Распродажа? Что-то продает. Ну идем до Сереги, зайдем, потом что? Сока бахнем где? А, мне надо рис взять, Марат. Надо рис на плов. Завтра будем плов готовить. Но будем готовить. 5 килограмм, 6 килограмм, 7 килограмм. Все, рецепт готов. И завтра, и послезавтра. Так что, приходи. Давай взаимно. Когда, Сережечка? Там в любое время. А ты как дядя Коля возьми себе выходной. Дядя Коля себе позволяет, я нет. Да понимаешь, на рыбалку на 3 дня у него есть время. Два. Два. Ну, ничего, заслужил. Слайчик. Все, все, мадам, огромный привет. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Я зайду за рюкзаком. Зайдем. Слушай, а сегодня на самом деле штормовое? Катюня, как лохматка у тебя? Где баба Катя? О, на месте. Курит, как обычно, или уже покурила? Здрасте. Добрый день. Свежий сазан. Ёлки-палки. Кефаль. Еще хороший кефаль, да, есть. Ты что, рыба не переводится, слава богу. А, смотри, Катюня, что за гребень? Что за гребень? Мерлин, почем кефаль? 250. О, подешевело, надо брать. По-любому. Пардон. Где там баба Катя? Здрасте, кто крайний? Здрасте, 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 здрасте. Баба Катя, дайте вашу золотую ручку потрогать. Ой, салют. Все, как дела? Чего ты? Вон, с охраной все нормально. С охраной, да? Слушай. Что, карась на месте? Ты шо? А карп живой. Ты посмотри, Катюня, елки ты палки. Рыбы все больше и больше на привозе. Шикардос. Толстолобчики. А вон, смотри, горбатый затесался. Да. А? Ого, ну, какой, слушай. Ну да. А что это такое? Это карп золотой китайский, серебряный, вьетнамский. Нет, серьезно, а что это? Килии. Кать, ты что по гребню не видишь, а нормальная рыба? Ну а что это? Сазан. А вот этот вот горб, говорит, что он будет шаран, короче. Так это не так. Килограмм 20-25 вырастет малыш вот этот вот. Так вот тоже такое же. Да? Так это карась? Нет. Это карапчуки с карасем. Сразу такой себе юшка, знаешь? Карасевая. Помойся, иди. Да что помойся, вон это что ты как это. Баба Катя даст тебе повытираться. Царек, шаранчик. А? Масура, когда маленький. Да, да. Спасибо огромное. Что, погнали мы до Сереги, вы торгуйте, вам всего хорошего, пока-пока. Хорошего дня. Маратик, давай. Слышь, а что ж, о, смотри, пока-пока-пока. Давай, пока, поехали. Не, а мы ехали, она так красиво спала. Эй, стой, ты, чебурашка. Идем до Сережи. Где нет такого места, где нет такого. А в море парус белый. Ох, какие толстолобы, посмотри, а? Катя. Гигант. Что это за тунец? А размеры молодец. Елки-палки. А где Мараджан идет? Давайте сока выпьем или там. Фу. Ой, Марат, Марат, покажи это поближе Вадику, чтобы он уже приехал. Вадик, собирайся с Израиля, едь сюда. Тут твоя любимая с икрой. А уже на 2 меньше. Обалдеть! И чихонь. Вон, видишь чихонь? Ты сколько она дорогая сейчас стала? 500 гривен килограмм, елки-палки. Так тут все так. Что тут? А, да? Да. Да? Вот у нас море золотое, ты понимаешь какое? Да, огурцы растут прям. Сколько всего? Здрасте. А это? Марат, я, кажется, сейчас в голодный обморок потихонечку отъеду, но ты посмотри. Когда мы делаем, ну, это ж невозможно. Что именно? Прибалтийское блюдо с капустой. Перловкой. А, бигас-бигус? А нет, это я хотел сказать еще раз другое блюдо? Да. Конечно же, давай в любое время. Когда ты хочешь? На следующей неделе, значит, сделаем. Все, договорились. Идем попьем сока. Катюня, слышишь? Добрый день. Может,
О, подожди, а где ты говоришь нут взять? Здорово, салют. Где нут у ребят взять? А мы же будем... Ай, брод, ты что, красава? Будь здоровчик, спасибо. Я хотел лут, Катюня, отсыпать тебе, Марат, ты будешь? Обалдеть, настоящие. Тримай. Чуть-чуть. А здесь много и нет. А есть нут, дайте грамм 300, хорошего. Нут. Сырой? Да, сырой, завтра будем готовить. 300 грамм, да? Да. Катя. Так, может, вам нужно на понедельник тоже нут? Ты с нутом будешь готовить на день рождения? Возьми полкилограмма. Бери килограмм. Всего пол кило. Да. Девушка. Братик, а насыпь пол кило, хорошо? Все. Так если тебе Андрюхе 300 грамм и Марату 500, то всего 800. Катя, получается. Успокойся, всего пол кило. Ага. Марат 200 грамм возьмет туда на полчик. Да? Так и да? Немножко. Ну. Ты что, забыла, что ему много не надо? Ему даже если дашь чуть-чуть, он все равно оставит. Уже оставил? Фисташки. Они вместе с семечками, которые я ел, понял, на потом. Что ж ты делаешь, солнышко? Надо раздеваться. Марат, а не холодно, просто ветер. Нет, еще что-то. Ох, ассортимент. Не, на сегодня пока все. Благодарочка, красивый? Ой, красивый. Это полкило? Добрый, а сколько денег? Ты что, ты не гони, дай ему... По-братски, я тебе... Братик Джан, благодарочка, спасибо, родненький, спасибо. Вот это да. Слышь, а у тебя риса нема? 5 килограмм. Все, спасибо, завтра будем плов за твое здоровье готовить. Марат, а ну-ка стой, дай я туда между рог всуну. Славка уже что-то накидал. Куда? Вот Славик неспокойный. Сказал ребенку, что это там, мандарины может. У нее там не шляпа, а папаха. Орех дай. Сейчас. Скажи, что ж ты, папа, ешь, на? Вот нас мальчик. Стой. Попьем сока. На тебе зеленая радость. Марат, смотри, мы вот обещали тебе на день рождения подарок сделать. Мы его и сделаем. Возьмем тебя сегодня с собой на барахолку. Сейчас, брык в обморок. Сейчас Марат скажет, не надо мне такой подарок. У тебя кот во сколько? 4. Так его яйца еще больше станут, не переживай. Нет, там что-то там чуть-чуть немножко. Здрасте. В Голливуде. А ты поближе к витаминам стала? Здрасте. Салют. Угости тебя соком будешь? Нет. Вкусный такой, ты что? От него губы еще. От него. Да детей рожали, у нас 7-й уже. Какой 7-й? Ладно, 5-й. Ну, от Кати 3-й, короче. Я... Сегодня нет. Я вообще до дяди Коли сегодня пришел. Передам дальше. Так вы были в Одессе? Были в Одессе все это время. Там у нас стройка, мы немножко ремонтом занимаемся. А ты что, не будешь? Мне маленький. И ему тоже маленький. Ребята, ваше здоровье. Надо же чокнуться. О. Ай, брат, тебя не будем, ты самый красивый, ты что? Со своим соком. Чтоб ты нам был здоров. Давай, твое здоровье. Как там? Амаржоба ген отзвали? Марат, вы прямо залпом. Да. Вкуснячий. Милания. Меланхолия, дульче мелодия. Вот что это такое? Подожди, откуда деньги? Я дам. Я уже дал. Эх ты. Спасибо. Здрасте. Что? А ну, дай орешек. Здорово. Что ты там прячешь? Тебе наоборот надо вываливать, чтобы продавалось. А? Как у вас? Ты дашь? Нормально. Шикардос, держи. Я сниму шапку ненадолго, потому что на самом деле очень жарко. Да, стало жарко. Хватит. Ветер пропал. Жарко пипец. Нет, так у меня там нормально все. Тельняшки просто. У меня из теплого. Ай, только тельняшки, короче. И то. Тихо, извиняюсь. Стреляющие. А ты не знаешь, Серега сегодня есть? Должен быть, я думаю. Ты что, он просто не знает, что мы ему вывезем такие рога? Катюня, а пестрить-то уже по-новогоднему? Здрасте. Ну, мандарины уже в деле. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, я песню правильную подобрал, а? Конечно. И все-таки Одесса и остается, и нет такого места, где есть такое солнце, где есть такое море, море парус белый. Если б не было бы Одессы, что бы я делал?
Жизнь несется как волна и швыряет нас она. Так, у вас 15 минут на все про все, имейте в виду. А бабушка на нем ложится прям так. Так он такой. Ульяна Гуся такого просила. Что? Говорю, Ульяна Гуся такого просила. Так она же еще несовершеннолетняя, что ли? Ты хоть знаешь, про какого гуся я говорю? Все здесь? А, был здесь, потом там. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, здрасте. Как дела? Нормально, слава богу. Здрасте. Его. Так чего ты идем туда? Идем туда. Или сюда? Как ты хочешь? У вас есть выбор. Здесь или сюда? Не, мы пойдем туда, а приведем его сюда. Елки ты палки, ты шо, и Афган Казан, и все как обычно, и турочки. Это шо? О, Кать! Тебе в туалет ходить. Со второго этажа. Не, Сереженька, мне такой надо, знаешь, который за ручечку держится, свечка туда ставится. Так сейчас а пойдем, тебе... мы сейчас пойдем на барахолку, найдем тебе такой, не переживай. Хорошо. А? Хорошо. Ё-моё, ё-моё. Блин, топоры Чингачгука. Смотрите, какие тут новиночки есть. Серега сделал. Да, я сейчас, я боюсь до Сереги подходить, потому что мне Катя скажет, развожусь с тобой, иди живи с Серегой, елки-палки. Новиночки. Идем, приведем Серегу, у нас для него есть подарок. Так а зачем мы будем приводить? Хорошо, останемся там с Серегой. Ох, мачете какие. А, клинки. Что это? А что это? Ты что, такая экономная? Вот сюда всунул? Да? Недрын, кочерыжку. А, его туда поставил, да? И туда поставил. И она, знаешь, какая долгоиграющая? Она так долго потихонечку съедает эту деревяшку. Да? Ты что, можно и холодец сварить. Дома. И хаш приготовить. Да что, я даже не знаю. И зимой можно отопиться. Смотри, Сереж. О, смотри. Ты что, и тебя на ножи подсадили? Катя, успокойся, оно тебе не надо. Чего ты? Откуда пошли. Ты знаешь? Ох, а там домашним пахнет. Марат, тебе что, не надо творог? Мы вчера ему не взяли творог? Я. Мы вчера, блин, Марат, Иисус, не взяли ты. Творог. Все, у меня... Как вчера была пятница? Вот так. О, увидимся. Елки-палки. О, вот он. Ёшкин кот, Серега, здорово! Слышишь? Здорово. Привет, родной, тихо. А ты что, туда бежишь или куда бежишь? Я бегу туда, кричу, а потом обратно. Привет. Хорошо, привет. Мы, нам тебя где ждать? У нас для тебя посылание. Да. Все, идем, мы смотреть, а ты сразу возвращайся. Серега, собственной персоной, ты шо? Спасибо за подарок. Ага. Это человек у меня еще не день рождения, а он уже подарил. Марат. Здесь павильон пройти. Так, аккуратно, чтобы она до ножей не доехала. Вот так вот. Здравствуйте. Дай ему ей шарик руки подержать. Кого? Шарик. Да, иду. Ты сейчас будешь за шариком поэтому гоняться? Чего? Ух ты, арбалет. Кать, ты посмотри. А? А где он откопался? Я теперь я точно знаю, что в Одессе были викинги. Да? И индейцы были. Угу. И стрелы или есть. По Ване. О, да? Смотри, давай откинем. А это что? Катя, посмотри на это шило. Шило, что сапоги шило. Иди. Что ты говоришь, я не понял. Знаешь, ты что, совсем меня за идиота держишь? Кать. А раньше такое не у всех было. Говорю, что вот можно ножнички взять, тебе волосы стричь. Где, в носу? Нет. На руках. Слушай, вот я тебе, как это, дико умоляю. Угу. Перестань этими шуточками Хорошо. Туповатыми Хорошо. Меня здесь, в моей обители, выдергивай. Боже мой, ну на любой вкус. А вот, слышишь, Васильич? А? Ого. Васильич сказал, что меняет эти рога на какой-то ножичек грибочки подрезать. Вот каким ножом удобно грибочки подрезать? Мне кажется, ты не на тот стенд пришел грибочки подрезать. Васильич, слышишь? Таким даже Рэмбо грибы не подрезал, а? Командос. А я знаю, что мы Васильевича попросим. Смыреку.
Ой, Смерека, расскажи мне, Смерека. Он же нам еще тогда говорил, накопать? Чем растешь ты так далеко, чаревна моя, Смерека? А что далеко? Раз, два, на почту и приехал. Серьезно? Да, и посадим. Шо? Это супруга Сережа. Да, а, о, это же вы, здравствуйте. Это, блин, в кельняшке и я, ё-моё. Вам что, деньги подбрасывают или наоборот выдергивают? Нельзя тут проветривать. Все нормально. А, она у меня такая же, ходит. Ага, ребята, вот тот номер, когда я оставляю Серегин, я оставляю Юлечке, правильно? Все. И вы звоните ей, с ней таки договариваетесь, потому что Серега все время занят. Что-то кует, кует, кует. И да, делает ножи. Так я еще раз оставлю телефон, вот ей звоните и говорите, какой нож себе хотите. Вот Серега большой молодец. Ну что, а люди таки звонят потихонечку? Звонят потихонечку, да. Слава богу. Потому что оно когда здоровенькие были, оно много не надо, потому что треснешь. О, тут очередь. Сейчас будет, да, вот здесь есть, все, мы здесь. Хорошенько такая. Для чего? Сыр порезать красиво. А? А ты что думаешь? Конечно, не в ваших размерах мяса. Да я сразу думал, чтобы на нем баранчика разделать. Катя, на, возьми, не позорься. А точнее, как это? Слушай, а приятно, а что это за дерево ну, такое? Так вот я тебе об этом же говорю, что очень приятно. Слушай, авторская работа? Я не знаю по деревьям, по моментам, кто какое дерево. Ага, ну очень красивое, как это, очень красивое. По-любому это дуб какой-то, ясен. Выжигает как-то там всякими моментиками, какие-то порики вообще. Люди умеют у нас. Рукастые люди в Одессе. Самые рукастые. Это быстро-быстро. Ё-моё. Камыши рубать, а? Мачете. Серега уже пришел. Тихо. Короче, смотри, я тебе подарок принес. Это олень какой-то. Да. Откопали его, понял? От мамонта волосатого побрили и тебе дали. Вот здесь кто-то пробовал кусать. Это знак качества. Это нормально, да. Это Александр Васильевич. Передал вот тебе такие рога. Спасибо большое. Так что, да, спасибо, что... А это носи на здоровье. Не, короче, там вот это тебе на ручки, на ножи. Да, на самом деле выбирается более ровное и уже... Слушай, а у меня же открывашка, которую я у тебя взял. Тоже с маленького кусочка рога там. Да, да, да. Ну, здесь уже полноценная рукоятка на хороший такой охотничий нож. Слава богу. Либо типа вот мачету можно, вот сюда даже можно. Ёлки-палки. Тут тоже подрезается, вот, кстати, финка. О, финочка вот такая? Да, наборная рукояточка. Ёлки-палки. Слушай. Вот. Некоторые, допустим, не хотят иметь упор. Почему? Потому что, ну, во-первых... Кому-то неудобно, кто так привык. По криминалистике вот такие ножи считаются травмоопасными, и к ним вообще вопросов нет. То есть по поводу как холодное оружие, не холодное оружие, поэтому... А если сделаешь упор, то это уже... Да, то есть там есть определенная толщина, присутствие упора, угол наклона, ну то есть там 9 параметров, которые, чтобы нож признали как... Ничего себе, я еще на пары попал, елки-палки. Да, это вот... По обучению. Хорошо понял. Более вот такие вот варианты. Бюджетные паракортиком, но плетение можно делать разное. Как поэтому... угодно, да? Да. А-а-а. Блин! Здесь текстолитовая рукоятка, неубиваемая. Ага. То есть это такой как материал угодно. Вечный. То есть не боится. Так я уже хочу поехать обратно в келью туда, в Вилково. Оп, елки-палки. С кельи прямо в Вилково прорубить себе дорогу из камышей. Идешь такой, только ты, гуси, лебеди. Серега, успокойся, у меня всего лишь две руки. И мачете, да? Я что хотел спросить? Бываешь, да, да, да. Я что хотел спросить? А что я уже хотел спросить? А рога тебе от лося надо? Да, или тебе кстати, любые рога надо? Ну, вообще любые. Я использую... Привет, привет. Здрасте. О, это мой человек, Аминь. Ёшкинка. Салют, да. Катюня, передавай нам привет. Будем жарить сейчас карасиков. Карасиков. Так у баба Кати есть, ёлки. А где малышами? Не поняла. Мячик. Для массажа. Какая? Маленькая. А, вот же Мараджан стоит, да. Все на базе, короче. Ты что? Что я говорил? Я уже не помню, ребята, ну его в баню. Короче, рога и от лося тоже надо. Василич, будет лось. Показать. Вот это что получается? Здесь это лосиный рог, он более, значит, плоский и не пустотелый. То есть он ну, такой набитый. А уже оленей рог, он идет сверху как бы более плотный, а внутри... У него другая текстура. Да, да. Ну, слушай. Поэтому можно комбинировать. Я хотел сказать, что не каждый олень еще и лось, понимаешь? Да, точнее, да, не каждый лось еще и олень, так что... Своя кость как бы. Ёлки-палки. Катя.
Ты бачишь эту толщину? Скажи мне, а каким ножичком? Вот, кстати, вот тоже. Серега, забери у меня что-нибудь, потому что я столько не умею держать. Каким ножичком удобно грибочки подрезать? Василич, и вам таки до свиданечка. Ну, пока, давай, пока-пока. Ёлки-палки. Василич говорит, Серега, я тебе рога передашь Сереге, а ты у Сереги выбери какой-то маленький ножичек, грибочки ему подрезать. Да, хорошо. Да, договоримся? Обязательно. Все. Ну, вот тоже вставочка, вот такие вставочки, то есть они такие дополняют. Короче, везде, везде, везде. Можно использовать, да. Но... Кость востребована. Серега, ты, я не перестану говорить, что ты большой молодец и замечательный мужчина. Ёлки ты палки, ты что? Боженька, такого друга послал. А ножей-то сколько? А, за вот этот вот, еще раз я благодарю. То, что Марат принес подарок на день рождения раньше времени, но ничего, это очень. Именно хороший, замечательный немец, шеф-нож, то, что режет надо. Просто, да, легко пугается да. И застреживается. Я, блин, благодаря твоим подаркам уже про топор забываю. Хотя надо же миксовать, правильно? Вот такая доска. Вообще классная. Ёлки, что за дерево? Ну, там разные. Там вот это ясень используем. Вот это ясень? Да, ясень, дуб, фруктовые деревья разные. То есть идут с пропиткой тоже, с таким вот дизайнерским подходом. Ну, молодцы, Саша. Такой даже если тебе не надо, то на подарок аж бегом. Идешь, и уже не стыдно. Шикардос. Серега, забери у меня эти ножи, потому что это обалдеть. Ты что? Так, рога ложу в сторону. Давай, давай, давай. Они уже твои. Так, где ты это все берешь, куда ты это все обратно ставишь? Да, вот все, куда-то, да. Кидай куда-нибудь. Так что, ребята, кому надо подарок или что-нибудь, я уже запутался. А вот, кстати, тоже. Все к Сереге. Это другое место. Есть поточек? Есть у Николая. Но он тоже загружен. Он сейчас загружен. Тороплюсь, а я скажу. Оп, да. Оба полетели. Просто да, видите, как... Ну а там же у тебя же точит сейчас? Тоже, там да, же да, есть он, человек, работает. Да, я работа, понял, что там у него, да. Суббота сегодня. Красивый. Серега, это что, именно метательный? Нет, это больше как кортик. Как это, кортик? Да, из таких вот вариантов. Тоже, кстати, рог используется. Ага, вот со вставочками. Да. Боже мой, а острый делает какой. Блин. Кинжальчик. Какой. Хороший, да. Метательные тоже вот. Шикардос. Разные, да, такие вот разные. Какие хоть. Да, тут какие хочешь. Да. Из заготовки уже готовые. Кстати, пчайки вот тоже, кстати, любители узбекских ножей. Есть вот новые пчайки. Тоже хорошие спуски. Рукоятки. Ты вообще первооткрыватель. Я помню, как они только у тебя появились. И сейчас смотришь, что у людей мы уже были, когда демо были у Руслана. У Руслана тоже пчак есть. Полета. Великолепный нож для баранины. Да и вообще для любого мяса. Да, сейчас бегу еще. Все, погнали, мы Серегу не отвлекаем. Да. Это вот куда? Можно, конечно, можно, аж бьем. Серег, что, ты ушел за ножами? Ну, я здесь вообще. Хорошо, давай, тихо. Кортик я до сюда ложу. Мадам, бомбите. Свилкова, привет. Да ты что? Да, все. Да Свилкова, елки-палки. Да или по Ване, пока. Шо, где он это взял? Вот здесь? Серега, да. На этот кортик, мы ушли, давай тебе всего самого наилучшего. Юля, у тебя молодец, телефон я оставил, глаза разбегаются, рога передал. Все, понеслась, так, держи это тебе. И вот такой тоже нашей ручной работы, это будет тебе... А, кстати, подожди, стой. А для грибов мы уже забыли. Так дай любой для грибов ему к ноге привязать. Чем грибы собирают? Ну, обычно маленькие такие, корешковые используются. Да я думал, что может что-то такое, не? Ты хочешь что-то в этом роде? Я думал, что может быть ему в чехол или из чехла. Так, это держи, чтоб я... Давай вот такой вот сделаем. Василич, будешь таким собирать грибы? Что? Не хватает. Да что-то, может, обыкновенное. Как он? К ноге себя привязал. Идет. О, смотри, грибочек. Так нормально? Будет для грибов, только я не вижу здесь. Кого? А ты с термосом? Ой, с термосом, с компасом? С компасом, чтобы не заблудиться, да. Так он, слушай. Это чиркало это? Крысало это? Да. Пойди возьми там огниво, вот вторая часть огнива здесь. Свечку не приносил? Нет. 5 минут, Сер, сейчас.
Как он вообще? Да слава богу. Не, я думаю, что Василий с таким ножом, не то что грибы, там, если медведь попадется, то договориться можно будет, слушай. Хотя у них там водятся. Шикардос? Шакалы. Слушай, он там дома у себя как Чингачгук, ему эта штука не нужна. Знает закрытыми глазами. О, стеклобой. Миланька? Дядь Сережа, от него без подарков не уйдешь, ты понимаешь? Короче, вот этот вот Васильичу, что он сказал? Точила, стеклобой, что-то еще. Тихо. А, это точила. Поняла? А ну дуй. 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 Эх ты, ладно. Василич, дудите там за все Карпаты, елки-палки, и будет вам счастье. А ну-ка. Все. Смотри, Марат. А? Маленький, хороший, ручной работы. Ты шо, ты шо? Обалдеть. Чак-чак-чак-чак-чак-чак. Серега. Эй. Персик, а не человек. Ну что, погнали, что-то купим? Хотя нам, как обычно, ничего не надо. Да, да, нам не надо. Ой, а так всегда. Говорю, не бери с собой на привоз деньги, елки-палки. Мы же их все равно потратим. Слушай, оставь что-то на барахолку. Хотя бы на паранжу себе. Давай уже сворачиваться с привозом. Я согласилась сюда ненадолго заехать, Сереженька. И барахолка закроется. Слышишь? А. Меня твое согласие в Одессе держит. Ты посмотри, что она тут запела, ты понял? Ай-яй-яй, ты забыла, кто в доме мужик? Я надеюсь, ты не снимаешь это? Снимаю, Сереженька. Да, я мужик, и что? С яйцами. С яйцами. Так, я скажу. Скажи. Так скажи, куда ты уходишь? Мясо закажу на завтра. А, схожу. Бросил нас. Так может, пока он пошел за мясом, идем до Тани. Как? Поздороваемся. Что, мяса не будет? Позвоню ему. Кина не будет, мяса не будет. Так. Он уже торговал и ушел, наверное. Суббота сегодня, ребята. Нет, так у Саши там хорошее отборное мясо, поэтому отборного много не бывает. Слушай, тут он лилей пахнет. Лиля. Целую вашу курочку. Так идем, ты хоть... Ну что ты какая... Оператор, ой, оператор, Марат, поговори с ней. Скажи, чтобы она... Не мечтала об барахолке. Пустила, пустила на сало посмотреть. Давай, давай бабушке дадим денежки. А, что ты снимаешь? Возьмите, пожалуйста. Все, крепкого здоровья. До свиданечка. До свиданечка. Всего вам самого наилучшего. Так, где там эти узбеки? Дальше. В самом конце? Узбеки в Узбекистане. А в Одессе одесситы? Узбеки, одесситы. А что, слушай, та одесситы по всему миру, мама дорогая, аж где? Жизнь кидает, как волна, и швыряет нас она вверх и вниз. Это жизнь. Это прям сегодня новый репертуар, Сережка, ты готовился? Катюня? А. Что мне готовится? Что-то в голову прилезло, так я и пою. О-хо-хо-хо-хо! Ты что? Понравилось? Оп, стоп, Зоя, зачем давала стоя? В колготках, что тебе я подарил? Ведь я ж тебя не холил, ведь я ж тебя лелеял. Ведь я ж тебя, заразу, не любил. Кого? Ац! Это так, слушай, что ты понимал? Это какой-то... Козлотромбон, вот этот вот инструмент называется. Я забыл, люди писали мне комментарии, как это называется. Два моря. Здрасте, салют, салют, салют. Ты шо? Вот это, а как называется инструмент ваш? Козобас. А, козобас, ёшкин кот, козобас. Катюня, дай грошей на козобас, я бабушке отдал. Ты видишь, какой козобас? Эй, Марат. Так, вам на новые струны.
Не, хай лучше не рвутся. Все, ладно, чтобы эти не рвали, чтобы эти прочнее были. Ты что? Желаю счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. В дом. Я желаю счастья вам. И оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастьем поделись с другим. В мире, где ветрам покоя нет, где бывает облачный рассвет, где в дороге дальней нам часто снится сон. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из вас. Очень нужно каждому знать, что счастье есть. Я желаю... Конечно, конечно. Я вас так люблю. Ёшкин, ты вот... Здрасте. Я так люблю. И чтобы я дивлюсь о вас и твой. Чтобы нам были здоровенькие, так для вас и снимаем. И Катеньку люблю. И вон Катюня, и вот тебе оператор. Ой, о, оператор. Надо... Счастье вам, счастье должно быть таким, когда ты счастлив сам. Ребята, Козлобас для вас, один в Одессе. Другим счастье вам, счастье вам. Вы большой молодец, спасибо огромное. Шикардос. Вот это да, вот это да. Якби мені сивики, я сидельце маю. Поїхав би за Дунай, там дівчину знаю. А я все дивлюся, де моя Маруся. А я все дивлюся, а де моя Маруся. Моя Маруся! Я все дивлюся, де ти моя Маруся? Зайшов я в хату, дали мені сісти, поставили барабулю, велущенну їсти, а я все дивлюся. І що, ми вже на барахолку не опаздуємо, а? Купи мені Козлобас. Хорошо. Де ти моя Маруся? Все, до свидання. А? Шикардос? Класс. Такое только в Одессе. Я же говорю, что... Как это? Одесса – родина талантов, певцовых музыкантов. Да, аня-нянь. Живи, моя Одесса, живи, процветай, дай-дай-дай, ах, Одесса. Жемчужина у моря, ах, Одесса. Ты знала много горя, ах, Одесса. Веселый южный край, живи, моя Одесса, живи, процветай. А что ты петляешь, маленький, туда-сюда? А машина едет. Да, оставьте спокойнее, трамвай объедет. Ребята, что я перепутал? Да успокойся ты, елки-палки. Вы давно просили, мы давно собирались, и наконец-то вот случилось. Ты что, хозяин Зигера в Одессе, идем. Если есть, то сейчас контакты вам дадим. Если есть. Если есть. Как говорят в Узбекистане... Хорошего Зигера много не бывает. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Вот это Козлобас. Да, дяденька исполняет. Легенда, елки-палки, живая. О, все, купили уже рис, я тебе говорю. Да? Здрасте, салют. Нам осталось хоть что-нибудь? Марат, закатывай, потому что там ножи и подарки. Ой. Тихо, тихо, тихо. Здрасте. Эх, ты джентльмен. Ладно. Тебе можно? У тебя же был недавно день рождения. Здравствуйте. Здрасте. Здоровенькие были. Салют. Что, есть Зигер у вас? Есть. Ура! Братик, дай людям контакт, потому что хотят, не только мы еще хотят, люди Зигер. Продиктуешь или дашь визитку? Ну, как? А ну диктуй по памяти. Да, я лучше там постою. Так, 0,95. 0,95. 103. 77. 74. 74. Как звать? Шах. Шах. Ёлки-палки. Шах. Даже не говорите от Липована, просто уже звоните, потому что Зигера много не бывает. Интересуются люди, говорят, Серега, что ты такое добавляешь в плов, где это взять? Вот теперь уже знают, где.
Короче, нам надо 2 по 5 басмати килограмма. Прямо в мешках, чтобы удобно было нести, да? А сейчас... Нема... килограммовые только, да? По килограмму? Да. Хорошо, возьмите мы... Слушай, насыпь, так мы 8, какой-то. Давай 8 нам килограмм. Да. Хочешь насыпью, дай нам... Нет, давайте вот это. Марат, ты посмотри на этот рис, это же сказка. Ты что, ты вот тот видел? Какой королевский? Вот тот или тот? Или в пакете? Вот этот лучше? Ты, ну подними, возьми своей как это, ладошечкой, покажи людям. Тот светлее. Не я торопись. Хотел в этот раз со светлого более. Чего ты? Хочешь такого? Да давай. Это в куркуме уже он рожден. Его поливали весь год куркумой, чтобы он такой был. Давайте нам 8 килограмм вот такого. 8 королевского, куркумянского 4 риса. И 4, да, отдельно? Или как вам? Или 5 3, и 3. 5. Там 5 мы сами 5. Там разделим. Как скажешь. А хочешь, давай, братья, как она сказала? 4, по женщине. 4, да. Чего 4 и 4? 5 и 3. 5 и 3. Эх, вы, математики. Что еще тут есть, Катюня? А что тут? Маслины чего-то только нет. Смотри, а? Маслины. Маслины вот сзади тебя как-нибудь. Слышь, у тебя глаза не треснули от этих маслин. О, турецкие есть. Угу. Курусили калибек. Еще вот перед вами есть. Вот это вот поморщенные. Не, я вот. Что у тебя, Бубочка? Что? Это эти, как подкопченные. Ага, ага. Твоя любимая. Все, ты снимаешь? Один тарелку подарит, вот выбирайте любой вам. Да как это, Марат? Ты что, договорился? Обалдеть! Ёшкин кот. Левую вот ту тарелку. Какую? С жар птицей? Да. Вот ту с цветами? Да. Какая левая, если то правая? Левая. Так. Слева вот та с цветами красивая. Ты хочешь с цветами? Ну, конечно. Пусть будет с цветами. Ну, братик. Ты видишь? Кстати, за тарелки тоже спрашивают люди, где купить тарелки. А вот все у него есть, все к шаху, ёшкин ты кот. Давай я шапку снимаю. Спасибо, благодарю, очень-очень дуже приятно. Ты что, прямо? Эх ты, такие люди замечательные здесь у нас в Одессе. Что, и тебе шоколадку? Нет, тебе не можно. Вот подрастешь, я тебя сюда еще раз приведу. Хотя пока ты подрастешь, раз 120 сходим. Смотри, чтобы не разбилось. Слушай, да я понял, может мы кофейка пока выпьем вкусного? Тут ой, же извините. У ребят как все вкусно. Я тебе сейчас дам. На тебе щетку, только это не зубная. Сейчас проверим. Не-не-не, не зубная. Это, смотри, печенье пылесосить. А сделайте нам, пожалуйста, вкусный кофеек. Да. Ты будешь? Да. А Марат? Не, я не буду. Хорошо, один эспрессо, один с молоком американо. Да. С молоком нет? Хорошо, будет. Не надо с молоком, ты что? А хотя она у меня кормящая. Добавить тебе? Да, все будет нормально, да. Надоим сейчас. Один американо, другой эспрессо, да. А молоко у нас свое. Серега, мы зигер себе тоже возьмем. И зигер себе мы тоже возьмем. А что мы думаешь? Даром его рекламируем. Сколько? Литрушечку? Давайте литрушечку. Да. Вам и на сегодня, и на завтра? Хватит. Нам хватит. Это ж, ты ж помнишь, завтра. И на после-после. А, хорошо. Такой себе взял, и он не портится. Просто он... А? Да, хорошо. Слушай, смотри, какие Марата соуса барбекюшные. Слушай, ты тут все, что хочешь. Ага, тихо, Ульянка. Ой, Ульянка, Миланька. Не, ей просто жарко, надо ей немножко что-то снять. Так сними ей кофточку. Или пойти с ней погулять. Что-то очень красивое. Ты видела, какая красивая? Тареля? Да. Слышишь, ляган, обалдеть, мы теперь... Дома тоже. На двух будем выносить. Ага, ты на работе? Это домой. Это домой. Ладно. Слушай. Не кажется, за горами. У нас ресторан. У нас ресторан больше, чем дом. Это тарелки еще тоже? Да. А ну да, чтобы уже люди видели, каждый знал себе, какую он ты хочет. Ты что, хочешь, чтобы у меня глаза сейчас разбежались? Смотри, жар птица. Это ручная работа, вам прямо с родины присылаю, да, вот женщины, ты что, золотые ручки, чтобы никогда не болели. Дай бог вам здоровья. Обалдеть. Настоящие. А, надо это, изюма уже, тоже взять, правда? Да-да. А, разбилась. Сейчас все наберем. Ну так бывает, Катюша, ты что, это вот видишь, дорога дальняя. Главное, чтобы не больше. Заодно сейчас и ревизию сделаешь. Да ты что, класс, класс. О, это, смотри, это самое. Орешек. Такой ей? Не надо. Красота. О! Лань. Очень интересная.
А я подумал, что олень собака. Чего это? Мне одну, а ей вообще не заслужила. Эспрессо не надо. В эспрессо не надо, да. Красота. Очень красиво. Очень. Давай мне это, а тебе кушай орешек. Туда сейчас поставлю. Ты что, залюбуешься? Что там? Красиво. Да, там просто как в музей попали. Дай, пожалуйста, гренадер. О, и торговля пошла. А у нас самая красивая. Да. Тареля? Тареля. Да. Устричные, китайские, бальзамики, терияки в ассортименте сумасшедшим. Срирача есть, вкуснячая. Сейчас им придется зигер и тарелки по всей Украине отправлять. Ну ничего, что ты. Слава богу, что есть. Я рассчитываю, Сережа? Все, да-да-да, рахуй нас и полетели дальше. Миланька, спасибо большое. А рис ты не хочешь забрать? Что? О, рис забери. Да я сейчас, а где, в мешке? Спасибо, а, вот это? Я хочу и кофе забрать. Опа. В Одессу, мой солнечный город. Шах, благодарочка. Давай, ребята, крепкого спасибо здоровья. Большое. Спасибо вам огромное. Зигер у кого? У меня. Соли, не профукай. До свидания. До свидания. До скорых встреч. И шо? Здрасте, здоровенькие были. Салют. Да, на пловчик набрали, будет самое все вкусное. И зигер здесь. Давай, я только за. А, телефон не взял? Тогда смотри себя на ютубчике, будет тебе счастье, передавай привет, и что? А фурик такой, шикардос. Что там в болгарской кухне приготовить? Блин. Да у меня... Не, у меня есть самое элементарное и простое. Приготовлю, теперь обязательно. Все. Всего спасибо, доброго, спасибо, до свидания. Это же мы были недавно, вот только когда творог покупали на той неделе. И там вот эта вот сухая соленая брынза, пармезан болгарский, понял? Ага. Марат, самое простое, да? Товарищ макароны хотя бы затираешь вот этой брынзой. Так, мы в машину или что? Не руди, посыпал на хлеб. Машину, здрасте. Машину. О, спасибо. На улицу кофе попьем, аккуратно тарелка. А она там, смотри, ты понял, с дырочкой? Это вешать. Это чтобы подвешивать можно да, было? Гвоздь, обалдеть. Да. Так что, нам почти уже, вообще уже ничего не надо, только мешок перца болгарского взять. А? Марат, а вы же говорили, вы тогда хотели с Женей купить, а не могли найти, вы помните? Да, мы тарелку. Нашли. Мы нашли, только в другом месте. Да. Катюня, агромаркет, да. Надо тебе там что-то на зиму садить? Ой, не знаю. Пионы, шпионы, что? Ну, ты же знаешь, мне всегда все чесноки. Надо. Чесноки. Ну, идем в ту сторону. Вырубаю? О. Мне вырубать? Сейчас. Давай нам, бабушке, да, вырубай. Я понял, я тоже только другое выпил. Да. Ты красавчик. А я думаю, откуда так пахнет, ты понял? Это, конечно, отсюда так пахнет. И все пчелы туда к тебе залетают. Так, что, Миланька? А можно тебе фоточку сделать? Конечно, тихо. Они поклонники твои. Давай, кидай, 2 секунды, сейчас я только это все вот так вот повешу. Кать, забери свой кофе. А, ты опять снимаешь, ты что? Здрасте, вы тоже хотите? Братик, иди, как это, давай, маленькая первая, потом я с тобой. А хочешь, давай с нами? По-моему, удобно. Я могу вас просто сфотографировать. Я тут, пацанам будет приятно. Надеюсь, что получилось. Спасибо все, большое. Все, давай. Бомбист тобой. Все, огромный привет. Передавай. Давай. Можно еще на видос сказать? Давай. Пацаны, заходите на эти, на окуня. Давай. На окуня. Пацаны... братики, шалом из Одессы, ешкин кот. Ты что, заходите не на окуня, братик, на карася. О, хотя на то же самое, только вкуснее. Ох, от него слюни текут, у меня полный стакан, понял? Хожу, торгую здесь, по каплям раздаю. Маринад. Тоже... Так у него там вообще именно жир такой, ты что? Вот, у меня видишь. Братцы, вкусный. Ваше здоровье. Спасибо большое. От души. Все, гай-гуй, поехали. Короче, идешь вот эта улица между старым привозом и новым привозом. Привозная. Идешь, и там он впереди. Видишь, усатый? Здрасте. Дядька стоит. Вот там они, агромаркет. Что давай? Да я качу нормально все. Слушай, так они еще, если не ошибаюсь, у них на Таирова должен филиал открыться. А хотя, зачем им филиалы с таким сумасшедшим интернет-магазином?
Ох, я... Катя, там, кажется, фура что-то новенькое привезла. Так это вроде я туда хотела зайти. Рассаду, пионы. Да ладно, иди, мы вообще с Маратом вон постоим. Слушай, она мандарин со шкуры доедает. Не, ну зачем вы ей дали шкуру? Не, она сосет. Да, я ей почищу, пусть дальше сосет. Стой, моя хорошая. Я не забираю ни в коем случае, я вот тебя просто почищу. На, на, на. Вон там отвалилась. Ничего страшного, то. То на Новый год пусть лежит. Держи. Тебе. На, на, все твое. А что ты за... Как сестра твоя. Чуть что так сразу. Держи, любовь моя, держи. Ай-яй-яй, вкуснятина. Давай Марат, пакет туда, хотя бы один. Держи. Ей, главное вовремя... Здрасте, а за что? Да с удовольствием, конечно же, давайте. Так, мандарину вот сюда. Шмаляйте. Порядок? Спасибо большое. Будьте здоровенькие, до свидания, взаимно. До свидания. Я все время, когда приседаю, мне кажется, что что-то забыл, елки-палки. Хотя, если как, люди найдут, так может, оно им нужнее. Еще себе купим. О, у них что, Новый год уже, елки продаются? Искусственные. Катя, по-моему. Какие туи, где, куда смотреть? Да хоть куда. Вон там в черенках уже есть, Марат, смотри. А вот, знижка 20%. А сколько деревьев. Черешня, 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 вишня. Катенька, иди, я тебя удивлять буду. Я думала, ты меня уже удивил. Смотри, как у меня, а? Густой вверх смотрит. Ствол, ты понял? Я таких вишен отродясь не видел. Я тоже. Вот это да. Как это, селекция не стоит на месте? Груши. Шалковицы. Здрасте. Что у вас, акция? Голландская цибуля синка, арбажейка. Это гарбаджика? А, ну гарбаджика. И какая она вырастает? А какая вырастает? Вся? Да. Файна? О, ты что, красивая-красивая? Я понял. О, белая, елки-ты-палки. А ее надо на зиму сажать или... Да, можно на зиму, да? Вот как чеснок хороший посадил, и она еще вкуснее и сильнее. Вообще в магазине разные сорта. Да я боюсь туда заходить, потому что там денег можно все сразу оставить. И на свадьбу не останется. Не, вы молодцы. Ну на секундочку зайдем. Слышишь, да люди камышом торгуют, ты понимаешь? Юка. Это юка, юка, юка. Я хотел сказать, что заморский камыш. Ну зайдем, чего не зайдем? Марат подстрахует? А Марат, мы на минуточку. Катя, посмотри, что за ствол, а? А что это? Персик. Персик. Ты представляешь, каких размеров будет персик, если только ствол такой? В рот не влезет. Джумбокит. Ну так вот здесь вот вход, куда работа ты пошел? Работа, это выход называется, вход здесь, иди сюда, по-людски пойдем. Я хотела пройти на секунду? Так тихонечко. Давай. Правильно? Все. Смотри, а иди сюда, Катюня. Відчиняй. Да ты что, она боится отражение свое увидеть. Да ёлки прям, боюсь, ты палки. Чего я боюсь? Сережа, ты вот что этого человек? Придаешь слишком что много. За... Катя. Не все ж такие. Катя. Что? Да перестань ты себя так вести, когда тут такое красивое растет. Не знаю, на что обратить внимание сначала. Ты понимаешь, что кучерявая, длинная. Шикардос, и все маленькое. Я хочу, как у Аленочки, не помню, как она называется, наверное, вот это. Поняла? Вот та густая, веточки, у которой не вот так вот закрывают, а вот так вот растут. Красивейшая такая. А, такая длинная, понимаешь? Которая? Нет, она же шаром. Шаром думала, что ты говоришь вот про те, которые такие длинненькие, стоят их там 5 или 6 штучек, которые приболели, а потом вычухали. Что это? Да ты знаешь, что это такое? Горшочек. Это? Да. Вот так вот идешь в земельку, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я. Угу. Любитель потыкать. А ты идешь сзади только туда, горбаджику. Бам-бам-бам-бам-бам. И так вот ногой за собой, ногой за собой, ногой за собой. И огород в огороде. Готов. Ну, а потом можно еще и под вазу использовать. Класс! А мы тогда грибы взяли. А я так и не посадила. Где моя грибница? Может, на зиму хоть посадить? Слушай, они же не портятся. Ты видела, я там под березой сделал с песком участок? Так это ты думаешь, для чего? Тебе для грибов. Спасибо тебе. Хоть кто-то обо мне думает. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте, ребят.
Там экскурсия идет, людям все рассказывают, показывают. Троян, сюда, да? Я последний раз, когда тебя сюда завел. Смотри, троянды. Так мы еле отсюда вышли. Блин, это что, на штампе называется? Вот штампа. Такая высокая и красивая. Да. Головковидная будет. И фундуки. Орех волосатый, посмотри. Ой, волосатый. Волоски. Ну просто орех, да. А вот и грибница. Белая. А где же обещанные? Сережа, смотри, грибы есть такие. Сережа. Сыроежка. А, блин. Слушай, что-то... Где мои очки? Блин, балда. Скажи мне, где пионы? Балда, елки, надо было мне вот это другое. Которые ты мне обещал. А он мне нравится, нравится, нравится. Катюня, пошли посмотрим, есть ли твои пионы. И говорят, Сережа на свете лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится. И я готова делать ему всегда омлет. А он мне нравится, нравится. Я тебя плохо слышу, у меня куплеты в голове. Пой-пой. Можешь. Катюня, ну, предлагаю тебе сделать паузу. Давай мы, как это, тормознем, кому надо. А ну дай. Здрасте. Доброго дня. Что это у вас тут, цифры и контакты? Да. Хочешь? Давайте буду раздавать по привозу. Та ты шо, та ты шо. Пятого шампанского? Все, больше ни слова не говори. Шампанского, пятого числа. Да какая тебе разница? Шампанского будет пятого числа. Посмотри, QR-код аккуратненько наведи. Вот так, чтобы именно людям пригодилось. Так узнай, почему будет шампанское пятого числа. Мне интересно. Я, когда слышу, что есть бесплатное шампанское, повод вообще не нужен. Правильно? А какой? Что у вас, день рождения? Ты шо, там мы со своей придем. А что у вас за повод какой? Повод какой? Все для покупателя. А, просто так без ничего, просто так приходи и будете счастье. Ребята. Да? Ты шо? Все. А ну когда шампанского бахнешь, то тебе уже сразу. И цены хорошие становятся. Так что 5 числа, конечно же, с удовольствием. Катюня, девушка. Так вот, я вас уже сфотографировала. Давай. Нет, так это видео на долгую память. Это сделай куда-нибудь. А ну-ка сделай своими руками, как ты умеешь. Умеешь? Она умеет. Агромаркет. Ой. Стоим. Она видела? Нет, что-то все выключилось у меня здесь. Ты что? Где? А ну? Ай-яй-яй, не туда нажала. Да сейчас все будет нормально. Где камера? Дайте я аккуратненько дам в руку. Я умею давать. Держи. Мне повезло с ней. А она берет у меня так, что вы не понимаете. Давай еще раз. Вот это ты просто так даешь, Сережа. Ребята, учитесь. Спасибо. А, понимаешь, он один раз фотографирует, да, а потом вот, ты что, телефон-шпион? Я понял, короче, чтобы много не нашлепал. И вам всего огромного. Сделай паузу. Давай что-то купим, там ждет Марат, и погнали дальше. Пошли. Перец покупать. Есть же интернет-магазин, Сережка. Хорошо, но я же хочу цибулю уже унести. Я тебе просто говорю, поставь цибуль? На паузу. Да любую, любую. А-а-а. Поставила, белую. Что, не посадим? Нет. Клубнику? Кать, ты что, дикая? Ну бери, что а ну вырублю, я с тобой сейчас поговорю. Давай, сейчас давай, давай. Поговорю, бери, 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 поехали, давай. Что тебе надо? Цибуля. Все, цибуля. А, кстати, а что цибуля? А вот чеснок какой? И вот и чеснок возьму. Это то, что Виктория говорила. Ёшкин кот, это что, тибетский? А? Или это французский? Это тоже чеснок одноголовчатый? Да. Эх ты, Марат, ну шутник, ну шутник. А он говорит, приезжает ко мне, привозит, короче, штук 15 вот таких здоровых круглых. Говорит, Серега был на Тибете, ради тебя ездил. Из Тибета привез. Оказывается, это вот француз. Оставь, нам лук не нужен. Да вот. Его тоже на зиму. Нет, а мы где ты его будешь садить? А вот это мы посадим с тобой между клубничками. Катя. Так как пахнет изо рта после этого лука, любая мадам позавидует. Ты не понимаешь, это не чебуреки все, тебе. Все, ты меня переубедил. Все, валим. Ну ты, Галя Баловна, однозубковый, посадим на зиму между клубникой. Хорошо, Марат сейчас обрадуется, все. Выходи. А, посмотри, что тут происходит. Нет, в другой раз. Ёшкин кот, пестролистая. Что это за бульбулятор? Легализованный? Ты что, клубнике нравится, да? Да. Ага. А хризантема? Катюша, так что хризантема? Пока я там рассчитываю своими деньгами за эти овощи. Шо? Сейчас я вам дам пакетик. Давайте, 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 пригодится. Все, сдачи мне. Да, пакетик, пока, пакетик вам. Вот это я нормально. Ушла к дочери. Чао, какао, я здесь остаюсь. С пацанами тут такой, что
Все, хорошего вам всего. До свидания, пока-пока. Ребята, до 5 числа. Миланька, давай, закрываем ветерок. Пошли. Сереж, тебе нужно быть. Слышишь, вот тебе агромаркет, елки-палки. Там продается, а здесь уже выросло. Что? А картошка? Что ты хотела сказать? Перец. Перец же нужно было. Что с ним? Что? Да я что, про твой перец говорю тебе. А про какой? Перец купить на понедельник. А, так ты успокойся, елки-палки, сейчас купим. Вот тут есть, оп, там можно до Вити было сходить. Хотя здесь везде хорошая красиво, цена. Да? А? О, манго. Ой, помело я в этом году еще не пробовал. Это полезно очень. Так что сетку или вот в коробке? Катюня. Коробку съела и такой прямо уже. Персик. Картошка 13. Груши вообще балдеж. Катюня? А. Вот там возьмем. Если не раскупили. А не, вон есть, прямо сетками, да? Ох, смотри. Бери. О, Марат, смотрите, сколько да. бекона. Ну, уже навалило. Ой, а ты не съел маргеланскую вот эту вот, нет? Кстати, мы ж там... Мы ж там у мадам не посмотрели. Сейчас, родненькие, 2 секунды я оставлю. И мы, в принципе, уже там перец возьмем. И все, да? Так я да. пошел за рюкзаком тогда и это... И до Валеры? Да. Давай. Йоськи там всего самого наилучшего пусть поправляется. Давай. Рис. Давай сюда. Рис, давай сюда. Ой, я гоняю. Что у нас еще было? Так, дети, ребенок, все есть. Короче, друзья, я все души с хорошим настроением. О, какая мадам в розовом интересная. Можно я не буду показывать? Кого? Мадам. А ты, это фантазия. Для вас сейчас пойдет купит перец болгарский липован. Идем. Болгарский перец. А ты ушел? Давай, я целую тебя, до скорой встречи. Чао, Маратик, до завтра. До завтра. Все, на созвоне. Да. Да, завтра будет варить праздничный, днерожденский плов. За свой день рождения, кстати. Дра! Дра, серьезно? Елки-палки, ты что? Да, а что, ты ваш или нет? Ой, вы здоровы. Спасибо. А у вас морковка? Да, мы с, конечно, с удовольствием, о, да? Шмаляй. Дякую. Ой, який ты что, я... Хай. Успокойся. Спасибо огромное. Что, а где хозяин перца? Здрасте. Братик, а почем? Договорились. А если сетку брать? 35? О, и такой мне надо был жменя. Да вот эту сеточку возьмем, да? Файный. Ты еще один вкуснее другого. Это же вкуснячий. Катюш. Бери. Типа я у тебя спрашивал. Что ты не пали уже хоть здесь контору? Я сказал, нам надо перец. Так, хорошо даю. И ты мне дашь таких жменьку, можно? Сейчас, я на плов, раз, два, такие, чтобы не дырявые. 3, 4. Бери. 5, 6, 10 штук, 7, 8, 9, 10. Правильно? Кидай, куда его там? В пакетик на вес его. Все, Сережа. Не, я могу его и в карман кинуть, ты взвесь его. Все, я понял, договорились. Сколько денег? 340. Катюня, кажется, одолжи. Тихо. О, смотри, 350 с перцем без дачи, правильно? Все, благодарю тебя. Ты что, все бабки тебе отдал? Так, а ты мне весь перец. Короче, друзья, я с души, с хорошим настроением для вас сегодня. Чуть не гэпнулась на привозе. Оператор. Ну, я детский липован. Всем пока-пока. А мы в следующий раз таки дядя Колю по-любому найдем, правильно? Дядя Коля, дождитесь. Всем пока-пока. Чао.